Это он нам нахамил! Оп! Вот тебе! Вот это! Вот! Ничего себе! Смотри, что делает КамАЗ! А он просто... Посмотри, что делает КамАЗ! Да он просто издевается! Что это такое? Да, на улице дождь, гулять не пойдешь. Чем бы заняться, во что бы поиграть? Да, в трамвай я уже, конечно, играл. А что насчет троллейбуса? Усы какие-то и дуги. Папа, давай троллейбусом поуправляем. Каким еще троллейбусом? Что на этот Тарас? Да вот думаю, какие-то узлы у троллейбуса. Думаю, сложно им управлять. Да, троллейбус не трамвай. Может быть и сложно. Предлагаю это проверить. Это как это проверить? Очень просто. С помощью симулятора троллейбуса. Знал про такое? Нет. Пойдем проверим? Да, готов, погнали. Тогда держи. Ух ты, папа, троллейбусный парк. А я тебе про что говорил? Это же действительно настоящий троллейбусный парк. Интересно, мы можем выбрать любой троллейбус или все-таки нет? Давай проверим, заходим. Итак, у нас есть троллейбус. Смотри, у него дворники работают, обрати внимание. Ну-ка. О, дальше пошли, дорогие. 2200, 3300. Кто это там жужжит? Наверное, соседи, да? Да. Мешает нам делать видео, ребята. Ну что, придется брать вот этот троллейбус. Самый простой на выезд, поехали. А вдруг мы этих сейчас... Соседи наших перевезем, которые живут... Давай их перевезем в магазин, чтобы они не шумели дома. Да. На выходных нельзя работать. Поехали. Да. Так, смотрите, ребята, у нас есть троллейбус. Так, давай посмотрим, какие виды есть сверху. О, смотри. Какой вид? О, какой потрепанный. Ну что? Какой вид есть? Давай, открываем двери. Включаем фары. Фары включаем. Так, и поехали! Да, поехали. Вот это все это такое, да, же, как в трамвае. Ай, тормозим, так. Смотри, можно дворники включить. Ух ты, поехали. Они еще и два режима у дворников. Ничего себе. Давай вид поменяем. Вот такой, да. Давай посмотрим, кстати, кто сидит там. Опять, что ли, эти? А, нет, другие уже люди, но все равно какие-то страшные. Поехали, на остановку поставим. Так, открываем двери. Эй, сосед, заканчивай работать, нам снимать надо видео. Да. Открываем двери. Прекратите. Давай посмотрим, как садятся люди. Там. Давайте посмотрим, как люди садятся. Ничего себе. Ну, поехали. Так. Чувствуешь звук? Ну что, не сложно управлять троллейбусом, как ты думаешь? По-моему, проще, чем трамваем. Хотя, да, может быть и нет. Напишите, ребята, чем проще управлять троллейбусом. Опять трамваем? Опять та же самая тетя. Да? Опять тетя та же? Ну поехали, все. Да, ты же, те же тети. Все, погнали. Слушай, а мне нравится внутри вид. Вот это троллейбус. Чего себе. А знаешь, почему у него такой звук? Потому что он на электродвигателях работает, а не на топливе. Вот так вот, да? Да, у него от электричества, видишь, запитывается провода, там все дела. Это называется токоприемник. Ты говорил усы, вот теперь будешь знать, токоприемник. Еще штангами их называют. Вон нам вот сюда, да? Слетели у нас эти! Он же показал нам стрелки, у нас слетели. Слетели! Как? Давай переиграть. Открываем двери. Что это? Кто это был? У нас слетели. Надо еще смотреть, куда ведут провода. Потому что если ты свернешь не туда... Ты посмотри, что он делает. Что ты ненормальный, что ли? Что он делает? Дай посмотрим. Ну-ка. Ты что, ненормальный, что ли? Эй, 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 эй! Эй, ой, уйдите отсюда! Что ж такое-то? Вот поганые лихачи, да? Так, главное... не соскочить, вот, с рельс. Нам еще и штраф $100, потому что мы врезались. Хотя он сам полез на встречку. Да, вот такой звук интересный. Это потому что электромоторы. Так, ну давай, открываем двери. Вот дают-то, а, товарищи. Ты смотри, куда идут провода-то у нас. Поехали.
так, видишь? А, вот, вот он куда ведет. Вот он куда ведет. Главное, чтобы не соскочили штанги. Видел? Да. Вот в этом-то и секрет управления. Вот в чем сложность, чтобы не соскочили с проводов только приемники. Тогда все, троллейбус уже не будет ехать. А это какая страна? Не знаю, сложно сказать. Ну, судя по домам, какой-то, либо, не знаю, может, Россия. Трамвай. О, как. Опа. Назад немножко сдадим. Вот так работают электродвигатели с таким звуком интересным, ребят. Троллейбусом мы, кстати, никогда не управляли еще. Не было у нас такой игры. Поехали. Так, у нас уступить дорогу. Тин-тин-тин. Ну куда ты едешь-то? Эй! Ты нормальный, что ли? Смотри, что он делает. Ты посмотри. Ты что, лихач, что ли? Какой наглец, еще нас подрезал сзади. Наглый, а? Поехали. Вот лихач. Давай его догоним. Давай сейчас его тоже так жестко. Это он нам нахамил. Вот тебе! Вот это! Вот, получай! Ничего себе! Получай! Посмотри, он встал на колеса обратно. Ах ты, хулиган! А мы его... А нам куда ехать-то? Нам налево. Ну ладно, прощай. Все, у нас слетели опять эти усы. Ты видел, что он натворил? Да. По-моему, он там же опять стоит. Да, как он шипит. Ой-ой-ой, ты... Смотри, как ездят хулиганы. Вот зеленый, это хороший. Давай посмотрим. Потому что он меня объехал. Смотри, запорожец. Папа, только не надо его... Нет. Запорожец. Что ж такое? Что? О, все. О, а что на крат? Еще и нам штрафы дали, ну хотя мы сзади въехали, да. А как он чуть на красный не проехал. Что? Опять штанги слетели, ну что такое? Тут тортики продают какие-то. Блины там написано. О, зарплата пришла, 200, продолжить. $200 зарплата пришла наша. Теперь мы можем, если мы врежемся, то на красный цвет пришли. Мы 100 рублей можем потратить. Слава богу, здесь никаких машин нет, запорожцев, всяких УАЗиков. Как мы в вас-то уехали, а? Да. Это все он виноват, потому что он нас подрезал. Смотри, что делает КамАЗ. Что он делает? Еще и нам $100, смотри, штрафа. Да он просто... Посмотри, что делает КамАЗ. Да он просто издевается. Что это такое, ребята? Ну мы же не виноваты что сейчас. Что делаешь-то? У нас люди сидят, а там КамАЗ едет. На, с дороги. Уходи! Красный свет еще из-за него. Посмотри, что делает КамАЗ, что он творит. Вы, ребята, только посмотрите, что он творит. Мы-то здесь при чем? Что ты? Мы тут ни при чем, что ты делаешь-то? Что такое? Вот это да. Нам еще штрафы дали из-за этого КамАЗа. Ай. Вот слава богу, здесь никаких. Вот такие лихачи на дорогах. Так. Сейчас нам дадут возможность открыть двери. Открывай. Посмотри, и КамАЗ, и УАЗик какие наглецы просто на дорогах. Будьте внимательны, какие бывают. Да ребят. Вообще какие-то просто мышки, если честно. Так, нам надо аккуратно повернуть, чтобы штанги не слетели. Там какие-то, что ли, пацаны какие-то, что ли, едут на этих грузовиках. Ну, какие-то пацаны нехорошие, да, ребята. Парни. Так, стоп. Да, реально, какая-то парни, какие-то парни. Давай, еще одну остановку и хватит, наверное. Кстати, напишите, какое преимущество у троллейбуса перед другим транспортом? Да. Что ему не нужно, что нужно другим? Да. А у троллейбуса этому совсем не нужно, и он может ездить постоянно. Фух, сейчас... Напишите. Фух, конечно, наконец-то машин никаких нет, нам навстречу не едет. Так, вот еще остановочка. Сейчас двери появятся, Игорь откроет двери. Так. Открывай, что? Водитель троллейбуса, двери. Открываем. Те самые чуки выходят почему-то. Все, поехали. О. Так. О. Что, соскочили? А нам надо было прямо. Ну вот, ребята. Видите, как сложно управлять? Мы почти научились. Очень сложно управлять. Если бы нам еще не мешали. Да? Если бы нам еще не мешали. Да, папа, вот я по-настоящему не умею троллейбусом управлять, потому что это очень сложно, если честно.
Ну что, ребята, будем зарабатывать. У нас всего $400. Из-за штрафов, из-за аварий с нас много денег сняли, и мы поэтому не можем купить вот этот за 2200 следующий. Пожелайте нам удачи и напишите, играли ли вы в эту игру и надо ли нам продолжить, чтобы купить другой троллейбус. Да. Ну что, будем прощаться? Смотри другие видео и не забудь подписаться на канал.